Завершилось зимнее первенство района по футболу, по итогам которого чемпионом стала команда «Сосруко». На втором месте команда «Кашихабль». Неожиданно интересна оказалась игра в борьбе за третье место между командами «Нур» и «Интер», в которой уверенно выиграла команда «Нур» со счетом 4-3 и стала третьей в первенстве. Мои дорогие ребята, поздравляю с окончанием зимнего, молодцы. Все хороший футбол показали. Желаю также продолжить. По итогам напряженной борьбы третье место завоевала команда «Нур». В следующий раз побольше мячей выигрываете. Второе место команды «Кашихабль». Два мяча возьми. Так, и чемпионом в этом году стала дружная команда «Сосруко». Кроме этого, ребята, утверждены лучшие игроки. Лучшим бомбардиром первенства стал Аслан Пиштиков, забивший 33 гола из команды «Юность». Лучшими игроками признаны молодые футболисты Мурат Зыбов и Алим Лиев. Приз лучшему защитнику в честь памяти Мурадина Иванова, учрежденный Хамидом Итлешевым, присужден Зауру Меткову из команды «Сосруко». Победителю и призерам вручены кубок, грамоты и футбольные мячи.